Это не так, это наоборот, Леша.
Помощь наша, имени Господа, сотворившего небо и землю. Слава Иисусу Христу! Во веки веков! Аминь! Дорогие братья и сестры во Христе, приветствуем вас в нашей общине Божьего Милосердия, в нашей часовне Божьего Милосердия. Я с вами, отец Якуб, и брат Артем, и брат Алексей тут со мной в этой часовне. Приветствую всех вас на сегодняшней этой нашей праздничной мессе 186. Начинаем радостно петь «Воскликни Богу вся земля!» 186. «Воскликни Богу вся земля!» В которой отмечаем праздник преображения Господня 6 августа. Это тот день в литургическом календаре, когда отмечаем этот праздник в честь события, понятно, преображения Господня на горе Фавор. И даже литургические чтения 18-го рядового воскресения уступают место этому Господнему празднику. С радостью поэтому прибегаем к Иисусу, идем вместе с Его учениками. И хотелось бы тоже быть с Петром, Яковом и Иоанном и увидеть преображенного Иисуса. Так иногда нам хочется увидеть что-то чудесное, сверхъестественное. Господь на какое-то мгновение оказывает свою славу своим самым близким, скажем, апостолам. Но потом они возвращаются к ежедневной жизни, и, можем сказать, к служению, к проблемам. В нашей жизни тоже так бывает. Есть моменты, когда сияет перед нами какое-то чудо, какая-то радость, какое-то невероятное событие. Потом Господь говорит нам: возвращайся к жизни, и еще не Пасха твоя, еще до воскресения надо подождать. Приносим на этот алтарь все наши молитвы, интенции, приносим людей больных, страдающих. У меня где-то в памяти еще все те люди, которыми я встречался в последнее время, у вас тоже, наверное, своим образом чувствую ответственность и молитву за тех больных, страдающих, а даже умирающих. И мы начнем святую мессу, попросим у Господа прощения за все наши грехи, чтобы мы могли с чистым сердцем совершить это святое таинство.
исповедую перед Богом всемогущим и перед вами, братья и сестры, что я много согрешил мыслью, словом, делом и неисполнением долга. Моя вина, моя вина, моя великая вина. Поэтому прошу блаженную Преснодеву Марию, всех ангелов и святых, и вас, братья и сестры, молиться обо мне, Господу Богу нашему. Да помилует нас всемогущий Бог, простив нам грехи наши, да приведет нас к жизни вечной. Аминь. Кирие, кирие, элейсон. Кирие, кирие, элейсон. Христе, Христе, элейсон. Христе, Христе, элейсон. Кирие, кирие, элейсон. И прославим Бога гимном «Слава Вышних Богу» в песенниках номер 22. Слава Вышних Богу, и на земле мир, людям Его благоволения. Хвалим Тебя, благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, славословим Тебя, благодарим Тебя, ибо велика слава Твоя. Господи Боже, Царь Небесный, Боже Отче Всемогущий, Господи Сын Единородный, Иисусе Христе, Господи Боже, Агнец Божий, Сын Отца, берущий на себя грехи мира, помилуй нас. Берущий на себя грехи мира, прими молитву нашу. Сидящий одесную Отца, помилуй нас. Ибо Ты один свят, Ты один Господь, Ты один Всевышний, Иисусе Христе, со Святым Духом во славе Бога Отца. Аминь. Помолимся. Божение Единородного Твоего Сына и подтвердил тайну веры свидетельством Моисея и Илии, и чудесным образом предзнаменовал будущую славу усыновленных Тобою детей. Дай нам, слугам Твоим, внимая глазу возлюбленного Сына Твоего, удостоиться стать Его сонаследниками. Он с Тобою живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. Чтение книги пророка Даниила. «Видел я, что поставлены были престолы, и воссел ветхие днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая шерсть. Престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила перед ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьма тем стояли пред ним. Судьи сели, и раскрылись книги. Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями, и подведен был к нему. И ему дана власть, слава, царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не пройдет, и царство его не разрушится. Слово Божье. Благодарение Богу. Царствует Господь Бог высок над землею. Царствует Господь Бог высок над землею. Господь царствует.
воскреснет, да радуется земля, да веселятся многочисленные острова, облако и мрака крест его, правда и суд основание престола его. Царствует Господь Бог высот над всей землею. Горе, как воск, тают от лица Господа, от лица Господа всей земли. Небеса возвещают правду Его, и все народы видят славу Его. Царствует Господь Бог высот над всей землею. Ибо Ты, Господи, высок над всею землею, превознесен над всеми богами. Царствует Господь Бог высот над всей землею. Чтение второго послания. Возлюбленные, мы возвестили вам сию силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, нехитро плетенными баснями последуя, но быв очевидными Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда Он великолепной славы принял. Ему такой глас: «Сей есть мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И этот глас, пришедший с небес, мы слышали, будучи с ним на святой горе. И притом мы имеем вершение пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнется рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Слово Божие. Благодарение Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, Его слушайте. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Господь с вами и со Духом Твоим. Чтение Святого Евангелия от Матфея. Слава Тебе, Господи. В то время взял Иисус Петра, Якова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую от них, и преобразился пред ними. И просияло лицо его, как солнце. Одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились ему Моисей и Илия, с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть, если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну и Моисею одну и одну Илии». Когда он еще говорил сие, облако светлое осенило их, и сие глаз из облака глагол: «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не сказывайте о всем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». Слово Господне. Слава Тебе, Христе. Дорогие мои,
когда делаю я занятия по богословию, по христологии, есть такая часть, которая называется, касательно чудес Иисуса. Ну и делается классификацию, разные группы чудес, исцеления, хождение по воде, чудес, умножение. Ну и в этих классификациях всяких не помещается одно чудо какое. Вот сегодняшнее преображение Господне как-то выходит за пределы всех остальных чудесных событий, которые Иисус совершил. Все остальные события как-то касались людей. Они в какой-то степени были исцелениями, освобождениями, были моментами, когда Господь кого-то освободил от чего-то или навел тишину, порядок, чтобы люди не переживали. А вот это сегодняшний праздник и сегодня чудо, которое совершает Иисус, оно в эти классификации не помещается. Иисус ничего не умножает, Иисус ничего не разделяет, никого не исцеляет. Так на самом деле, можем себе сказать, Он не совершает никакого чуда. Он своим апостолам открывает себя таким, каким Он есть, то есть в своем божестве. И видим, что происходит. Человечество начинает, я бы так сказал, не выдерживать этого божества. С него начинает, он начинает сиять славой. Тут есть разные аспекты, разные цвета. Для нас это может быть сложно себе представить. Но когда в Ветхом Завете человек, имеющий знания хорошие Ветхого Завета, когда читает лицо как солнце, одежды белые как свет, в общем, подразумевает некие коды цветов, которые в Ветхом Завете обозначали, божество, солнце, конечно, абсолютно с Богом связано. Белый цвет, сияющий, это абсолютно предвечность, вечность. То есть, если человечество Иисуса сияет таким светом, то так на самом деле Иисус показывает, как его человечество пропитано его божеством, как оно в нем соединено и сияет этим божеством. Но с другой стороны, показывает нам, что человечество может вместить Бога. Что оно может как-то, в куски не развалиться, но оно есть в состоянии принять Бога. В этом чудесном событии сегодня, которое Иисус открывается перед этими тремя апостолами, видим, что, во-первых, кто Он? Во-вторых, кто мы сейчас? И в-третьих, кем мы будем? Все начинается, кто Он? Апостолы, призванные Иисусом, залезают, заходят на гору Фавор. Они не знают зачем, все остальные, может, отдыхают, а этих троих Иисус тащит наверх. Может себе подумать, что там хочешь от нас, давай мы тоже ляжем. Но нет, Иисус их берет, они вместе с ним идут, может что-то решить. И там перед ними, преображается Иисус. Почему ими, почему сейчас? Можем себе сказать, для Иисуса очень важно было, чтобы хотя бы этих трое видели его славу, каким он есть. Чтобы это так запомнилось их памяти, что когда придет момент страдания, смерти, когда его человечество будут избивать, когда не будет сияния ни славы, ни света, только кровь, болото, на его лице, чтобы они не усомнились. Они по-любому усомнились. Иисус им дал столько, только им показал, по-любому они усомнились. Так что берет их, чтобы укрепить им веру и показывает им, кто он. Дорогие, время от времени в нашей жизни человеческой Иисус дает нам познать себя, каким он есть. Может, не встанет перед нами таким образом, как и перед этими тремя, но в каких-то событиях нашей жизни, в каком-то слове, в каких-то чудесных стечениях обстоятельств, в какой-то молитве, в какой-то литургии, в каком-то песнопении, в игре какой-то, на органе, в какой-то природе. Иногда бывает так, что мы чувствуем его так близко и видим, что на самом деле есть Бог, который с нами идет по путям жизни. Иисус дает нам себе, показывает нам себе, кто Он. Разные многие хотели бы только в Иисусе видеть человека. В том плане, также и мусульмане, например. Это только пророк человек. Разные всякие тоже сектанты. Иисус это только человек. Какой-то особый, сверхъестественный, но только человек. Но сегодняшнее чудо, которое Иисус дает себе познать, он показывает на самом деле, что Бог. Кроме того, знаете, там еще два свидетеля появляются. Илья и Моисей.
те, которые предсказывали и готовили избранный народ на пришествие Мессии и на пришествие Христа. Они ставят как будто печать. Да, это есть. А кроме того, есть еще голос, глаголющий с неба. Бог подтверждает себе, мой сын возлюбленный, его слушайте. Это кто он? Поэтому праздник сегодняшний помогает нам принять еще раз и сказать, Господи, Иисусе Христе, ты Бог живой. Я, может, до конца не понимаю, кто ты, может, не знаю, что ты. Но я верю, что ты жил, что был на земле, стал человеком. И мое человечество, человечество наше, носило Бога в себе. Хорошо, но этот праздник, обратите внимание, говорит нам также, кто мы. Кто мы? Во-первых, мы, как люди, в состоянии видеть Бога. В Ветхом Завете. Помни, если кто-то увидел Бога, ему конец. Ты не мог видеть Бога и жить дальше. То, что ты увидел, было так столько потрясающе, что твое человечество видеть этого не могло. Давайте вспомним, единственный, который видел Бога, и как-то его-то не разрушило, это был единственный. Ну, когда он сходил с горы, видев Бога, просили, а ты себе накидку на лицо закинь, потому что даже на тебя, как на зеркало Бога, мы не можем смотреть. Помрем мы. Про речь, конечно, про Моисея. Лицо его так сияло, что они просили, ты закидывай, когда с нами идешь после этого общения с Богом приходишь, ну как сказать, накидку себе такую сделай и не смотри на нас. Мы не можем на тебя смотреть, потому что мы боимся, что так сияет твой свет, твое лицо, что мы помрем от этого. А тут мы видим у Иисуса, ого, даже Петр, Яков и Иоанн, даже Артем, Алексей и Яков. И другие могут Бога видеть и не умрут. Иисус показывает, Бога видишь, и Бога увидишь, и Бог позволит тебе выдержать это. Призваны мы к чему? Чтобы видеть Бога. Вы знаете, когда видишь Бога, то ты счастлив. Видеть Бога значит принимать Его, жить Его жизнью. Так себе представляли. Если ты увидишь, ты будешь жить Его жизнью. Поэтому это говорит нам, какое наше призвание. Сейчас мы видим Бога, как в зеркале, неясно. Много у нас от веры нашей зависит, от нашей молитвы тут. Бог хочет дать себя нам видеть, но наши глаза еще как-то не в состоянии этого понять. Иисус, вспомните, с каким трудом приходил после воскресения к своим апостолам, они тоже не верили, они постоянно сомневались, что это угон не может быть. Наша жизнь, наше призвание в будущем есть и видеть Бога. Созерцать Бога. Называется это по-богословски визио, беатифика. Визио, видение, беатифика, блаженное. Блаженное видение. И богословие, учитель фокатолитический нам говорит о том, что после нашей смерти небо будет заключаться в чем? В блаженном видении Бога. Визио, беатифика. Будешь созерцать Бога вечно. И будешь от этого счастлив. Некоторые боятся. Мне кто-то говорил, я боюсь умереть, потому что это будет скукота какая-то невероятная. Как смотреть телевизор все время, 24 часа, я Бога сейчас буду смотреть. Дорогие, ничего подобного. Ничего подобного. Это визио беатифика, это видение будет настолько захватывающее, что мы просто будем погружены в его любви и счастливы, что мы перед ним. Если можете себе представить счастье жизненное сейчас, то там это будет бесконечность. Все это будет. Потому что Бог будет давать себя на видеть. Визию, да, блаженное видение. Радость, полное созерцание Бога. Но чтобы туда дойти, надо слушаться Его. Поэтому Иисус говорит, слушай, или голос неба, слушайте Его. Слушаем Иисуса, когда читаем, когда молимся, правда, все. Таким образом, знаете, когда слушаешь, глаза свои готовишь. Интересно, организм один духовный. Когда слушаешь, поступаешь так, глаза у тебя открываются. Да, готовимся к этой встрече. Самое интересное, что это будет все иначе, чем мы себе можем представить. Некоторые не могли дождаться. Умирающий папа Бенедикт XVI, когда у него спросили, о чем мечтаете ваше святейшее сейчас? Он говорит, я уже мечтаю, чтобы по той стороне найтись и увидеть Бога, о котором я учил как богослов все это время.
И, наверное, это будет большой сюрприз. Наверное. Аминь. Благодарение Богу. Веру во единого Бога. Отца всемогущего, Творца неба и земли, видимого всего и невидимого, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия единородного, от Отца рожденного прежде всех веков, Бога от Бога, свет от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного не сотворенного, единосущного Отцу, через которого все сотворено, ради нас, людей, и ради нашего спасения, сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого, и Марии Девы, и ставшего человеком, распятого за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребенного, воскресшего в третий день по Писаниям, восшедшего на небеса и восседающего одесную Отца, вновь грядущего со славою судить живых и мертвых, и царство Его не будет конца. И в Духа Святого, Господа Животворящего, от Отца и Сына Исходящего, которому вместе с Отцом и Сыном подобает поклонение и слава, который вещал через пророков, и во единую святую Вселенскую апостольскую Церковь, исповедую единое крещение во отпущение грехов, ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Братья и сестры, вознесем наши молитвы Христу на горе Фавор, явившим ученикам свою славу. Христе, услышь нас. Христе, услышь нас. Господи, доверивший священникам совершать святые таинства, наполни их сердца дарами Духа Святого. Христе, услышь нас. Озари светом Фавора всех, кто погружен во мрак неверия и безбожия. Христе, дай нашей стране через покаяние и очищение взойти на гору преображения. Христе, Иисусе, Сын Божий, озари светом вечной славы всех, кто покинул этот мир. Христе, услышь нас. Христе, податель жизни, дай здесь предстоящим преображение в соединении с Тобой. Христе, услышь нас. Помолимся во всех наших интенциях, помолимся за больных, о даре здоровья для них, для умирающих, о благодати доброй смерти, о усопшем радость жизни вечной, во всех также наших индивидуальных интенциях. Христе, услышь нас. Господи Иисусе, почитая славное преображение Твоей пречистой плоти, молим Тебя, укрепи нас своей благодатью и удостой в грядущем лицезрения Твоей славы, ибо Ты живешь и царствуешь во веки веков. Аминь. Благословен Ты, Господи Боже Вселенной, ибо по щедрости Твоей Ты дал нам хлеб, плод земли и трудов человеческих, и мы приносим его Тебе, чтобы он стал для нас хлебом жизни. Благословен Бог вовеки. Благословен Ты, Господи Боже Вселенной, ибо по щедрости Твоей Ты дал нам вино, плод лозы и трудов человеческих, и мы приносим его Тебе, чтобы оно стало для нас питьем духовным. Благословен Бог вовеки. И нас, Господи, стащит пред Тобой смиренным духом, сокрушенным сердцем, да будет эта жертва наша. Тобой, Господи, Боже наш. Аминь, Господи. Братья и сестры, молитесь, дабы наша жертва была угодна Богу, Отцу Всемогущему. Да примет Господь эту жертву из рук Твоих, во хвалу и славу имени Своего, ради блага нашего и всей Церкви Своей Святой. Молим Тебя, Господи, освяти предложенные нами дары славным преображением единородного Твоего
Сына, и сиянием Его света очистил нас от скверны грехов, через Христа Господа нашего. Аминь. Господь с вами, и со Духом Твоим, вознесем сердца, возносим ко Господу. Возблагодарим Господа Бога нашего. Достойно это и праведно. Воистину достойно и праведно, должно и спасительно нам всегда и везде благодарить Тебя, Господи, Отче Святой, Всемогущий, Вечный Боже, через Христа нашего Господа. Он пред очами избранных свидетелей и явил свою славу, и, обладая таким же телом, как и они, просиял великим светом, чтобы приготовить сердца своих учеников преодолению соблазна креста и показать, что всему телу Церкви надлежит исполниться божественного света, которым дивно просиял ее глава Христос. Поэтому вместе с небесными силами и мы на земле Тебя славим, к величию Твоему непрестанно взывая. Свят, 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 Господь Бог Саваоф, помни небеса и земля славы Твоей. Осанна Вышний, благословен грядущий во имя Господне, Осанна Вышний. Воистину свят Ты, Господи, источник всякой святости, поэтому мы стоим пред Тобою и вместе со всей, и вообще не со всей Церковью празднуем святой день, когда Ты явил славу Сына Твоего. Ради Него просим Тебя, всемогущий Боже. Освяти эти дары излиянием Духа Твоего, чтобы они стали для нас телом и кровью Господа нашего Иисуса Христа. Он, добровольно предавая себя на страдания, взял хлеб и Тебе, вознося благодарение, преломил и подал его ученикам своим, говоря: «Примите и вкусите от него все, ибо это есть тело мое, которое за вас будет предано». Подобным образом, после вечери, взяв чашу и вновь вознося Тебе благодарение, он подал ее ученикам своим, говоря: «Примите и пейте из нее все, ибо это из чаша крови моей, нового и вечного завета, которая за вас и за многих прольется во отпущение грехов. Это совершайте в память обо мне». Тайна веры. Христос умер, Христос воскрес, Христос придет вновь. Итак, вспоминая смерть и воскресение Его, Тебе, Господи, приносим хлеб жизни и чашу спасения, и благодарим Тебя, ибо Ты удостоил нас стоять пред Тобою, служить Тебе. Смиренно намолим, чтобы, причащаясь тела и крови Христа, мы были собраны Святым Духом воедино. Помни, Господи, о Церкви Твоей, распространенной по всей земле, сделай ее совершенной в любви вместе с Папой нашим Франциском, епископом нашим Павлом, его вспомогательным епископом Николаем и всем духовенством. Помни также братьев и сестер наших, усопших в надежде воскресения, и всех почивших в Твоем милосердии, прими в свет лица Твоего. Всех нас помилуй, удостой нас участия в вечной жизни вместе с Пресвятой Богородицей Девой Марией, с блаженным Иосифом и Обручником, со святыми апостолами и всеми святыми от века Тебе угодившими, чтобы с ними восхвалять и прославлять Тебя через Сына Твоего Иисуса Христа. Через Христа со Христом и во Христе Тебе, Богу Отцу Всемогущему, в единстве Духа Святого, всякая честь и слава во веки веков. Аминь. Мы называемся детьми Божьими и воистину им являемся, поэтому с благодарностью дерзаем взывать: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое,
да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Избавь нас, Господи, от всякого зла, даруй милость во мир во дни наши, чтобы силой милосердия Твоего мы были всегда свободны от греха и ограждены от всякого сомнения, ожидая исполнения блаженного упования и пришествия Спасителя нашего Иисуса Христа. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Господи Иисусе Христе, Ты сказал апостолам Своим: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, просим Тебя, невзирая на грехи наши, но на веру Церкви Твоей, по воле Твоей благоволю, умерите, примите ее, ибо Ты живешь и царствуешь во веки веков». Аминь. Мир Господа нашего да будет всегда с вами. И со Духом Твоим. Приветствуйте друг друга с миром и любовью. Мир всем вам. Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, помилуй нас. Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, помилуй нас. Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, даруй нам мир. Вот Иисус Христос, Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, блаженны званые на вечерю Агнца. Господи, я не достоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и исцелится душа моя. Когда явится Господь, мы будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть.
нашим стопам, о мой Иисусе, я преподаю, приношу Тебе раскаяние своего сокрушенного сердца, погруженного в собственное ничтожество и в Твое святое присутствие. Поклоняюсь Тебе в таинстве Твоей любви и желаю принять Тебя в бедной обители, какую предлагает Тебе мое сердце. В ожидании блаженного момента, когда я приму Тебя в святом причастии, желаю получить Тебя в духе. Приди ко мне, мой Иисусе, чтобы я смог прийти к Тебе. Да воспламенит Твоя любовь все мое существо в жизни и в смерти. Верю в Тебя, надеюсь на Тебя, люблю Тебя. Аминь. Споем вместе, славься, хлеб. Молим Тебя, Господи, пусть небесная трапеза, которой мы насытились, соделает нас подобными Христу, сияние которого Ты соблаговолил явить в славном преображении, и который живет и царствует во веки веков. Аминь. Дорогие мои, всем вам большое спасибо за совместную молитву. Напоминаю, венчики и розарий сегодня читаем индивидуально, а завтра... У нас будет особый распорядок, святая месса будет завтра у нас утром, в 9 часов утра. В 9 часов утра святая месса. Поэтому понедельник, но в 9 будем молиться. А венчики и розарий тоже индивидуально завтра и будут. Такой день сегодня, в котором Господь нам говорит, какое наше призвание. Видеть, созерцать Его, сиять Его славой. Сейчас на земле это... В каком-то ограниченном формате можно делать, и это сияние, иногда мы знаем, из благочестивых, порядочных, добрых людей сияет. Ну, а они тогда рассеивают вот этот Божий свет вокруг себя, делают людей счастливыми. Господь с вами и со Духом Твоим, да благословит вас всемогущий Бог, Отец и Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Идите в мире Христовом. Благодарение Богу.
Бог наш жизнью одарил.